Привет! Привет! Что мы сегодня делаем? Открываем посылку. К нам пришла посылка с игрушками. Сейчас посмотрим, что это. Да? Сейчас быстренько сделаем обзорчик. Вот наша коробка. Я ее от нетерпения поскорее открыла. Ну что, будем смотреть, что у нас здесь? Бери. Ты знаешь, что это такое? Ну, это сладкие пузыри. Класс? Это пузыри. Ну, пузыри. А это кто у тебя? Гулли. Это птичка. Птичка, которая умеет разговаривать. Мам. Да. Я вот это. Покажи. Мясок какой, мясок. Знаешь, что это такое, Васюша? Это будем делать с тобой снег. Сейчас уже весна и лето практически наступило. А мы с тобой сможем сделать немножко снега. Так, это тоже у нас для пузырей. Да? Это мешочки, ты их так выбросила, смотри. Бах! Бах! Класс! Бах! Бах! Здорово! Побавкали, да? Показывай, что тут такое? А это машинка для пузырей. Машинка, которая опускает съедобные мыльные пузыри. А вот это что, открываешь? Вот это, смотри. Что тут у нас? Это тоже такая игрушка Toy Fair из Нью-Йорка. Будем играть, будем делать такие шарики и бросать друг дружку шарики. Такой пинтбол. Коробка у нас очень быстро стала пустой. А здесь у нас, слышишь, набор. Будем строить домик для кошечки, да? Да, у кошечки теперь будет свой домик. Класс? Да. А что, посмотрим, что здесь у нас. Откроем этот пакетик. Что тут? Садись и доставай, что здесь. А это у нас конструктор такой, ты видишь? Видим. Ну, садись. Хочешь попробовать открыть его, посмотреть? Да. Что это там внутри? Сейчас откроем. Давай, я тебе открою. Конструктор называется Сквикс. Вот такой. Он не очень большой. И в нем тут 24 вот такие вот элемента. Они должны быть на присосочках, на липучках. И благодаря этому должен он склеиваться. Рекомендованный возраст от 3 лет. И вот написано, из каких элементов он сложен. Ну что, открываем? Так, у нас конструктор Сквикс. Смотри. Смотри, какие они интересные. Вот такие вот резиновые, разноцветные. Василиса, вот так смотри, надо попробуем. Да? Слушай. Слышишь? Ой. Ага. Класс. Здорово так, да? Смотри, есть вот такой вот квадратик. Квадратику можно такие какие-то ножки приделать, он такой мягкий весь. Класс! Интересно. Васюша уже поняла, что делать. И маме тоже интересно. По-моему, эти игрушки покупаются не для детей, а для родителей. Да. Смотри, что мама сделала. Смотри, такие. Уиу, 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 уиу. Две ноги пошли. Смотри-ка. Вот так. Ой, смотри, что мама тут делает. Смотри, такой человечек, как будто бы с ручками, да? Да, да, и ты. А ты клей тоже. Или ты будешь расклеивать? Мама будет склеивать, а ты будешь расклеивать. Ну что, попробуем построить из него какой-нибудь дом. Да, Василиса? Да. Пробуем? Очень. Смотри, какая штука получилась. Рач! Такой домик, да? Пью-пью-пью. Бу-бу! Упал! Отличное применение конструктора. Василиса, привет! Привет! Покажи корону! Покажи корону! А еще можно сделать из этого конструктора браслет. Сделаем, хочешь браслет на ручку? Будешь единорогом. Снимай! И класс, да? Вот так на ручку, да, можно? Вот так. Ля, ля, ля. Ты видишь? Смотри. Мама.
И они клеятся к разным поверхностям. О, так еще это клеится, что очень тяжело снять. И можно, знаешь, что попробовать сделать? Можно даже такую ручку попробовать сделать. Чик, смотри, теперь можно коробочку вот так носить за ручку. Здорово? Видишь, аж крышка открылась. Вот такой сквикс. Держи, держи. Смотри, Васька, какого мама соорудила пришельца, смотри. Это, по-моему, он скушал квадрат, да? Здесь можно еще вот такой вот приклеить. Смотри. О, какой пришелец у нас вышел. Мы нашли достойное применение конструктору. Это наш холодильник. И, в принципе, вы видите, очень, очень здорово. Можно теперь сюда какие-то объявления приклеивать, да, Василиса? Например, мама, хочу на утро овсяную кашу. Или хочу пюре, да, зайка? Да. И можно также выстраивать, смотри. Можно вот так их скреплять. Вот так. Раз. Ой. Так, тут наша как раз эта вся часть, запчасть длинная. Вот, и можно такие вот, такой спайдермен получается. Ой, тут отцепилась. Вот так, смотри, как интересно. И всяческие фигуры вот такие вот выстраивать, вот таким вот образом прикрепляя его. Смотри, как здорово. Мама, хлопать. Класс вообще, так высоко приклеила. Вот такой у нас теперь интересный холодильник. Инопланетянский, по-моему, какой-то. Наше совместное с Василисой творчество с Квикзом на дверях холодильника и на кухне. Это Василисина такая вот картина. Вот, вот так сделала. Это мамина. У мамы явно прослеживается какая-то голодная рука, пытающаяся забраться к продуктам. Вот такая у нас сегодня игрушка. Мы будем продолжать играть. Вот такие вот, видите? Мы будем продолжать играть. А вам скажем пока-пока. Ставьте. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А мы вас в скором времени порадуем новыми игрушками. Смотрите на